нас что-то строит. Кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, а наша работа – за ней наблюдать. И сегодня мы в Симферополе, где строят, а точнее уже построили аэропорт, и тем не менее продолжают что-то строить. Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь строят? Мы строим новую взлетно-посадочную полосу. А, еще одну? Еще одну, да. А зачем? Там не справляется большой поток туристов, вот. Самолетов. Понятно. Внутренние рейсы. Ладно. Давайте посмотрим, что вы здесь строите. Объект грандиозный, масштабы строительства тоже поражают. Вы только представьте себе, для того, чтобы построить новую взлетно-посадочную полосу, строители полностью до основания сняли старое полотно. В итоге под нами сейчас земля, щебень, гидроизоляция, целых 3 слоя бетона. Такая полоса выдержит самолеты любого уровня. Масштабы у вас, конечно, грандиозные. Объект стратегически важного значения – это аэропорт. Вот что уже было сделано, выполнено? На какой стадии сегодня находится стройка? Ну, стройка, можно сказать, уже находится на завершающей стадии. Здесь очень много было работ выполнено в плане того, чтобы более 1 000 000 кубов грунта было перемещено. Разобрано старое покрытие старой взлетно-посадочной полосы. Соответственно, на сегодняшний день уже на 85% выполнено новое покрытие взлетно-посадочной полосы, по которому будут двигаться уже воздушные суда. По которому мы сейчас с вами идем. Да, совершенно верно. И для того, чтобы оно здесь было, пришлось все снять, да, я понимаю. Да, да. И какой, сколько метров вы снимали? Ну, везде по-разному. Согласно геологических изысканий, где-то мы снимали до 5 метров в глубину, убирали просадочные грунты, те грунты, которые набухающие, и заменяли их уже более качественным грунтом, который не позволяет усадке грунтового основания для того, чтобы можно было уже непосредственно покрытие делать. Все это для того, чтобы выдержало нагрузку самолета, да, непосредственно? Да, совершенно верно. Выдержит? Выдержит, конечно. Данные конструктивы рассчитаны на все типы воздушных судов, которые в мире вообще существуют. Слышали, пассажиры, вот это да, слушайте. Но она, конечно, большая, 3200 метров, да? Да, 3200 метров, 45 метров шириной. То есть все классы воздушных судов, которые сейчас могут летать, они будут здесь приземляться без каких-либо ограничений. Класс. То есть последний раз здесь были рабочие из Советского Союза? Да. Это они вам эстафетную палочку передали, можно сказать? Ну, можно сказать, да, передали палочку. Немножко эта палочка затянулась по срокам, поскольку приступили уже намного позже, чем старая полоса была выведена из эксплуатации. Ну, ничего, сейчас достроим и запустим полосу для новых, как говорится, пассажиров. Класс, вот. И полетим. Да, 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 здорово. Все полетим. Все полетим, да. Удачи. Здесь же строят 6 новых рулежных дорожек. Что такое рулежные дорожки? Ну, это когда вы уже приземлились на самолете и едете-едете, долго едете-едете, и думаете, ну, когда же мы уже приедем до места высадки? А вот, оказывается, мы едем по этим самым пресловутым рулежным дорожкам. Здесь они навехонькие, самого лучшего качества. Проектом реконструкции у нас еще предусмотрено строительство магистрально-рулежной дорожки параллельно нашей существующей и будущей взлетно-посадочной полосе. Это позволит самолетам быстрее освобождать полосу и увеличит пропускную способность и взлетно-посадочной операции в час. На данный момент у нас взлетно-посадочных операций 1 в 5 минут. А, то есть один раз в 5 минут здесь либо садится, либо взлетает один самолет. Представляете, как часто? Как автобусы, туда-сюда, туда-сюда. Да, да. Мы хотим, чтобы это было еще чаще. Ого! И как часто смогут теперь, после того, как вы закончите строительство? До 3 минут может сократиться. Еще раз в 3 минуты. Ох, у вас же, слушайте, экшен начнется. Да. Сумасшедшее движение. Да. Молодцы, круто. А это первый неопознанный летающий объект, который высадился на новой взлетно-посадочной полосе.
На самом деле это современный бетонно-укладочный комплекс, пока что единственный в Крыму. Больше 700 строителей задействованы на этом объекте. Это целый строительный городок, всевозможная техника. Вот, пожалуйста, каток. Спасибо. Пойдемте. Ну что, прокатимся? Давайте. Прокатимся на катке. Так, прекрасно. Скажите мне, что вы делаете здесь? Что укатываем? Что закатываем? Кому вот подкатываем? На данный момент мы сейчас производим заклинцовку. Верхняя своя, щебня. А сколько нужно раз вот так туда-сюда ездить? Ну, я вам скажу так, не менее 100, наверное, по одному следу. 100 раз? Ну, вы даете. Класс. А нравится вам? Конечно. Если бы не нравилось, я бы не работал. Да. А порулить можно? Можно. Класс, давайте. Спасибо. А сколько километров мы гоним сейчас? 2. 2 километра! У-ху! Погнали! Поберегись! Ну, круто! Ладно, пойду я. Спасибо вам. Вам удачи. И вам того же. Да. Спасибо. Вот это скорость, вот это драйв, вот это эмоции. 2 километра в час. Вжу, вжу, вжу. Фух, адреналин. Фух. Больше 3 миллионов кубометров земли было перемещено на этом объекте для того, чтобы достроить эту часть полосы. Сделали вот такую вот насыпь высотой 12 метров. Для того, чтобы полностью выровнять рельеф. Добрый день, мужчины. Что стоим, почему не работаем? Почему не работаем? Работаем. А я вас отвлекаю, да, извините. Там стройматериал. Ждете, так, что вы тут? Примыкание делаем, выравниваем. Примыкание выравниваете? Ну, по уровню устанавливаем щебень. Согласно геодезическим отметкам. Это вот, то есть, чтобы вот она ровненько лежала, да? Это согласно геодезическим отметкам мы сейчас уровень вложим щебня. Сверху клинцов-то идет мелким щебнем. Ага. То есть это все вручную делается? Ну как, трактором планируется, а то, что края, уже делаем вручную. Сами, вот этими руками, да. Покажите. Фу, мозолистые, кстати, посмотрите. Ну, чего вы, ну покажите. Потому что, знаете, как мы летаем, даже не знаем, кто это все делает. А вот делают такие простые рабочие, настоящие мужчины. Молодцы. Слушайте, и сколько надо уложить вот этой вот всей истории? По уровню, по отметкам на колах. Долго вы это уже, давно это все? Ну, часа два уже. Часа два, тут на жаре. Ой. Уже привыкли. Нет. Что я могу вам? Только морально могу вам помочь. Лопату в руки не возьму, извините, я женщина. Ну, я могу поддержать вас. Давайте, вперед. Морально. Давайте. Как вы уже поняли, стройка здесь глобальная, поэтому, чтобы оптимизировать весь этот процесс, на территории аэропорта работают собственные заводы, цементный и асфальтный. Вот, кстати, смотрите, свеженький асфальт уже положили, так сказать, не отходя от производства. На данной строительной площадке производится строительство аварийно-спасательной станции с учебно-тренировочным комплексом. Аварийно-спасательная станция – это наша опора в обеспечении безопасности полетов гражданской авиации. Это работают специалисты здесь, которые первые готовы прийти на помощь в любую нештатную ситуацию, происходящую в аэропорту. Для нас развитие аэропорта – это очень важный шаг. Со времен Советского Союза аэропорт у нас не развивался, а так поддерживался в таком существующем каком-то состоянии. Соответственно, с реконструкцией и вводом в эксплуатацию новой полосы, а также нашего нового терминального комплекса, мы увеличим значительно пропускную способность для приема воздушных судов, соответственно, гостей, прилетающих в наш солнечный Крым. Здорово! Больше туристов! Больше туристов, больше положительных эмоций у людей. То есть прилетать в современный аэропорт и пользоваться современными благами, я думаю, всем будет комфортно и приятно. С Министерством строительства у нас постоянная связь. Они постоянно собирают
совещания, консультирует нас, интересуется ходом строительства, помогает на проблемные вопросы, реагирует постоянно, советует, чтобы быстрее наши мечты реализовались в будущем. Здорово. Мы вам желаем удачи. Добро пожаловать в Крым! Этими словами приветствуют здесь, в международном аэропорту Симферополь, туристов и местных. Казалось бы, он уже настолько хорош, настолько современен, но строители продолжают его совершенствовать. И все это для того, чтобы... Эта стройка побыстрее закончилась. Увидеть побыстрее первое воздушное судно, которое приземлится на данную взлетно-посадочную полосу. Мы надеемся, что все прибывающие жители, гости нашей республики будут счастливы и довольны использованием данной инфраструктуры. Мы строим для вас, стараемся, мягкой вам посадки, хорошего отдыха, семейного, благополучия вам, счастья, любви и всего самого-самого хорошего.